вами. В наших рассказах вы услышите упоминания различных путей, с помощью которых мы пришли к пониманию, что существует сила могущественнее, чем вы сами. Сила во всех сложных ситуациях, чтобы обрести здравомыслие и поступать правильно. Если проблема секса нас сильно тревожит, разные желания там, где подчинение ему могло бы вызвать душевную боль. Ей это казалось таким логичным системой, но это была весьма шевелистая логика. Я увидел Таю в метро на станции Курская. Мы коротко поздоровались, парень сам без стиснул мне руку. Ренка была в очках. Наравне с философией, поэзией и драмой. Драмой, которая развивалась параллельно аполлонической мудрости из денисийских мистерий. Дорогие друзья, сейчас очень ответственный момент. Мы вместе с вами переходим на новый уровень. И очень нужно, чтобы вы повторяли за мной слова и совершали действия, которые будут совершаться чуть позже. Спасибо за знак. Спасибо за знак. Спасибо за знак. Спасибо за знак. Мой театр будущего – это гадание. Мой театр будущего – это предсказание. Мой театр будущего – это гадание. Слышишь? Театр будущего, возьми же его, скажи же нам номер. Номер 28. Что именно ждет театр будущего? Номер 28. Микробиологи со своим наноспектаклем возьмут ряд престижных театральных наград, в том числе золотую маску. Спасибо. Нам нужен второй шар. Нам нужен второй шар, который подскажет, как именно мы должны служить театру будущего. Скажи же его, возьми же его, скажи же номер. 14.
11, номер 11. Какие действия мы должны совершать, чтобы послужить театру будущего номер 11? Максимально сгруппироваться и трясти мизинцами. Можно пробовать прямо сейчас. Максимально сгруппироваться и трясти мизинцами. Это служение театру будущего. Мы идем дальше. Третий шар. Третий шар подскажет нам звуковую вибрацию театра. Тем временем микробиологи своим наноспектаклем возьмут ряд престижных театральных наград, в том числе и золотую маску. Отношение светлого и темного. Прежде чем мы начнем, я хотел бы обязательно поблагодарить журнал «Темный логос» за помощь в организации этой конференции, а также представить наших сегодняшних участников. Это Роман Куртов, дамы и господа. Роман Михайлов, извините, пожалуйста. Михаил Куртов. Введение нерасщепляемого композита, ясного и отчетливого. Второе. Принятие этого композита за идеал познания. И третье – строгое противопоставление этого идеала знанию темному и смутному, мистическому или откровенному, как Thank you.